Здравствуйте, дорогие мои друзья! Это ролик под названием «Linux для твоего корча». Давненько я ничего не снимал про эту операционную систему. Почему именно для корча? Дело в том, что для старых компьютеров, а это всяческие двухъядерники 2007-2008 года, даже одноядерники, Windows, ну ничего практически нет. Можно, конечно, ставить устаревший XP, можно колхозить семерку, и я ничего против этого не имею, но есть альтернатива. И это не Mint, это не Ubuntu, это не Manjaro. Про эти дистрибутивы уже все рассказывали 1000 раз. Это наш российский отечественный дистрибутив под названием Base Alt, а точнее SL Linux, Simple Linux, 9-я платформа. Ну, у нас сегодня будет бета 3. Не, ну а чего я должен вообще пиарить вот эти забугровые всякие Ubuntu, Минты, там эти Маджары. Ubuntu вообще вшито сейчас в винду 10-ю, ковыряйтесь сколько хотите. Если вы сюда зашли посмотреть, что это за ОС, хотите ее установить по-быстрому, там установить фотошопы, различные там автокады или потрахаться с вайном, я вам сразу говорю, что это не винда. И если вам нужен виндовый софт, нахрена вам тогда нужен Linux? Итак, поехали. Ну давайте мы будем использовать LiveCD. Если дистрибутив в скором времени релизнется, можно будет его установить. Появляется SL и запускается у нас система. Давайте поменяем разрешение. Сразу говорю, так как это лайв система, вы уже поняли, вы можете просто систему записать на флешку, вставить флешку, запуститься и посмотреть, как это все будет у вас работать. Ну так лучше, а так еще лучше. Перед вами рабочий стол XFCE. Если вам не нравится внешний вид, не переживайте. Вы можете поменять здесь внешний вид до мелочи, превратив в Windows, в macOS или создав свой неповторимый какой-нибудь внешний вид рабочего стола. То есть перед вами просто дефолт. Меняется все, кнопочки, значки, в трее, все это в виде оплета, все можно поменять. Также здесь у нас сразу с коробки идут 4 рабочих стола виртуальных. Можете добавлять сколько практически вам угодно. Так, с чего начать? Вот решили вы с Linux познакомиться. Первое. Не смотрите ебланские топы. Типа лучший дистрибутив 2020 года. Какой дистрибутив использовать в 2020 году. Там вам напихают, скорее всего, различных говносборок. Не смотрите DistroWatch. Рейтинг DistroWatch не является мировым. Это даже в Википедии написано. У меня есть отдельный ролик с разбором. Не может быть говносборка Zorin OS лучше, чем CentOS. То есть рейтинг здесь может быть как адекватный, так и просто безумный. И каждый день просто-напросто показывать вам, ну, идиотизм. Большинство вот из вот этих дистрибутивов является просто сборками. Тут может быть 10 клонов Гента, 10 клонов Ubuntu или вообще 500 клонов Ubuntu, 5 клонов того же Debian, и они будут по рейтингу опережать. В этом ролике я все разобрал до мелочи. Я не знаю, почему люди до сих пор еще верят, что рейтинг DistroWatch это что-то серьезное. Далее, я уже говорил, Linux это не Windows. И если вы ставите эту операционную систему для того, чтобы использовать виндовый софт, забудьте про нее. Никого не слушайте. Вам наплетут все, что угодно, лишь бы вас завлечь во всю эту фигню, наскоряк вам все это дело установить, а потом будут вас херососить, говорить, что у вас кривые руки. И вообще, господа, нужно быть очень осторожным в выборе единомышленников. Скорее всего, вы новичок и хотите узнать какую-то информацию. И к моему сожалению, вместо того, чтобы попасть в благотворную среду, где вас научат использовать программное обеспечение, вы можете попасть в секту оккультных анонистов. Это может быть YouTube, может быть какой-то форум, группа в ВК. В чем это может выражаться? Все, что не Linux, обсирается. Все вокруг враги, все вокруг тупые. Вам внушают, что вы особенный, не такой, как все. Но при этом вы заметите одну интересную вещь. В такой среде не используют операционную систему по назначению. В такой среде операционную систему в основном только настраивают. Потом сносят, устанавливают и снова настраивают. Зачастую такие сектанты используют только браузер, ну или пару программ еще. Очень часто адепты настраивают вас против Windows, macOS или же других дистрибутивов. Да-да, там нигде нет мира. То есть фанаты, к примеру, Ubuntu могут воевать с фанатами Минта или Manjaro или Арча. Полнейшая раздробленность. Но при этом такой адепт втихаря может использовать Винду. Например, делать там ролики, рисовать мемы. И еще раз подчеркиваю, операционная система в таких сообществах по назначению не используется. А в последнее время началась целая эпоха извращенцев. Они устанавливают Linux для того, чтобы установить туда Wine и использовать Windows Soft.
Поэтому будьте очень осторожны. Ну а потом будут удивляться, что мой ролик «Как убежать из Linux» набрал уже 52 тысячи за 2 года. И это только один из роликов. И как вы думаете, что я в этом ролике делаю? Я показываю, как под Linux записать на флешку Винду. И если вам кажется, что это мало просмотров, то я вас расстрою. В сегменте роликов про Linux, именно в русском YouTube, 52 тысячи просмотров – это очень много. Поэтому, чтобы вам не пришлось смотреть мой ролик «Как сбежать из Linux», вы точно должны понять, нужно ли вам это. Когда вы поняли, что вам нужно это, и вы решили на свой старый корч поставить Linux, вы думаете, что же поставить? Итак, Linux – это ядро, а сам дистрибутив у iOS состоит из огромного количества компонентов. Так вот, графических оболочек тоже очень дохрена. И если у вас корч, у вас вариантов не так много. Это XFCE, который перед вами, LXDE, LXQT и различные оконные менеджеры. Все остальные сразу отбрасывайте. Ну, можно еще вспомнить про TDE. Ну и теперь переходим к самому дистрибутиву. Перед вами база Alt, 9-я платформа, Beta 3, то есть еще не готовый дистрибутив. Разрабатывается русскими разработчиками. Естественно, это open source. Начало дистрибутив берет еще с самого начала там, 2000-х годов. И активно все это дело поддерживается государством. Почему Simple Linux? По причине того, что это, на мой взгляд, наверное, самый простой домашний дистрибутив. При этом действительно подходит для вашего корча. Даже дачного. И по дефолту тут все просто. Вот как прям в винде. Тут выключить. Тут у нас время, трей, переключение языка. Кстати, Shift-Ctrl нажимаете. Вот. Вот так. Не надо, как в некоторых дистрибутивах, влазить, искать оплет, подключать его, все это дело настраивать. То есть новичок сломает пальцы, пока это все настроит. Тут уже раскладка, все настроено, можете не переживать. Менюшка, как в винде тоже. Вот справка, файл, правка, все. То есть ничего сложного нету. Менюшка а-ля пуск. Это поиск. Ну, поиск не ищет сами файлы, он ищет установленные программы. Здесь у нас избранное, здесь у нас находится само меню. Вот мы в избранном, недавние открытые. Все программы можете посмотреть с коробки. Настройки, графика, игры даже какие-то есть, инструменты, мультимедиа, образование, офис, сеть. Ну, короче, вы меня поняли. Здесь у нас все настройки. Переходите сюда, здесь все по полочкам, все просто. Настройка разрешения экрана, панель, диспетчер окон. То есть ничего сложного здесь нет. Сеансы запуск, это можно прописать тут автозапуск. Все максимально просто. Далее, драйвера. У вас старый корч. Крутые игры у вас все равно не пойдут. Поэтому приколхаживать сюда коммерческие драйвера, я думаю, что может и не надо. Скорее всего, хватит свободных драйверов. Крайний случай, если вы систему установили, у вас проблемы с разрешением. То есть свободный драйвер работает неправильно. Или придется искать какой-то мануал где-то на форуме, или же ставить коммерческие драйвера. После этого у вас с разрешением все должно быть нормально. В база Alt коммерческие драйвера сразу в DVD-образе присутствуют. Но я еще раз повторяюсь, если у вас нет никаких проблем со свободными драйверами, и вам нужно просто лазить в интернете, я думаю, что не обязательно как бы ставить коммерческие. Где брать программы? Наверняка вы уже полезли в интернет, там, скачать бесплатно там браузер, игру или что-то еще. И если вы находите софт для Linux, он у вас или RPM, или DEP, или вообще TARGZ. То есть в каком-то непонятном архиве, а внутри вы там ничего запустить не можете. Все гораздо проще, господа. В Linux есть менеджер пакетов. Ну, у нас здесь Synaptic. Разберетесь с Synaptic, у вас никаких не будет проблем и с Ubuntu, и с Debian. Там тоже Synaptic. Для того, чтобы начать устанавливать программы, вам нужно получить сведения, что-то такое. Есть хранилище в интернете, где хранятся все вот эти программы. Вы, получается, налаживаете с ними связь, потом у вас здесь сбоку появляются категории, вы находите программу, ставите галочки и потом их устанавливаете. Вот процесс получения сведений. Все, подключили репозитории. Репозитории, кстати, это те же самые хранилища. Вы можете выбирать, какие репозитории подключать, какие отключать. Есть стабильные, есть нестабильные пакеты. Дело в том, что весь софт в Linux проходит определенные стадии. Есть нестабильные, их протестировали, потом в тестовые, с тестовых потом в стабильные. Кстати, не факт, что вам придется еще какой-то софт докачивать, потому что с коробки обычно софта до хрена. Это у нас лайв-версия весит гиг 600, а весь сам по себе дистрибутив полностью весит 4,8. То есть там еще плюс огромный пакет софта и из коробки софта до хрена. Ну давайте покажу вам, какой софт тут есть у нас. Зайдем в графику. С коробки идет у нас, это походу GIMP. Давайте запустим. Потом сейчас покажу, как программы ставить. Да, идет GIMP. Любительская, но довольно мощная программа для обработки фотографий. Я думаю, вы многие знаете, что такое GIMP. Далее, здесь у нас различные программы для сканирования, просмотра изображений.
Ну, в играх тут маджонг, всяческие карты, тетрисы, саперы, в инструментах текстовый редактор а-ля Nortal Commander. Наверное, скорее всего, это будет файловый менеджер MC, такой ностальгирующий, а-ля с эпохи DOS. Далее, что здесь у нас еще? Калькулятор, архиватор с коробки, программа снимки скриншотов с экрана, текстовый редактор простой. В мультименде здесь у нас сразу аудиоплеер идет, видеоплеер VLC, если не ошибаюсь. Он практически все видео воспроизводит без проблем. Версия довольно свежая, наверное, 2, наверное, какая-нибудь. А, ёкало, 3.08. Я уже отстал. Так, ну это регулировка звука пульс аудио. Образование, но это будет из LibreOffice, то есть это большой, довольно крупный офисный пакет. В основном лучше всего 100% совместим он с OpenDocument, ну и какая-то есть совместимость с форматами Microsoft. Но все-таки могут быть какие-то проблемы. Но вот просто почитать документ, что-то напечатать, я думаю, без проблем все это можно. Ну давайте что-нибудь запущу, например, текстовый процессор. Вот так все это выглядит, красивый такой запуск. Версия довольно свежая, 6.2, если не ошибаюсь. Да, 6.2.8. 8.2. Версия ядра стабильная 4.19. Также можно устанавливать более свежие ядра. Вот только если у вас все нормально работает, на кой хрен это все вам нужно? У вас же дачный старый корч, или же домашний старый компьютер, или же ноутбук. Браузеры здесь практически есть все. Firefox, Chromium, Google Chrome, Opera, Vivaldi, даже Яндекс браузер есть. Ну вот практически все. Мы, кстати, в сеть еще не заходили. Клиент DC++, потом Mozilla Thunderbird, если правильно выговариваю, это клиент электронной почты, клиент удаленного доступа дальше, клиент BitTorrent, и сейчас посмотрим, что это. Может быть QBitTorrent, а может быть Transmission. То есть обычный QBitTorrent вы все тоже можете поставить, привычный, такой же самый, как вы используете в Винде. Но Transmission справится без проблем. Так, что я еще тут не показал вам? Ну и вы браузер Chromium. Это типа Chrome, Google Chrome, но более открытый. Chromium он называется. Тут еще есть типа марки, центр приложений, более красивый, и походу он с третьего гнома. Терпеть не могу третий гном, но это личное мое субъективное мнение. Ну, для новичка, наверное, все-таки вот такой вот маркет будет как-то поинтереснее. Тут и рейтинг есть, тут и есть и комментарии всячески. Можно посмотреть, какая программа популярная, какая вообще-то говно. Очень много нативного софта, замечательного нативного софта. Вот, например, Simple Screen Recorder, программа для захвата видео с экрана. Потом музыкальная программа, такой плеер просто мощный, Amarok. Видеоредактор Kdenlive, немного глючный, но функциональный. Программы для записи дисков. Вот DevBeef, обалденный аудиоплеер. VLC, Клементин, то есть куча всего, вот это только в одном разделе, видеоплеер и сэмплеер, то есть практически все собрано в одном месте. Можно, конечно, подключать дополнительный репозиторий, если каких-то программ не хватает, или же качать пакеты, но не все пакеты подходят. Для SL нужны пакеты RPM. Если вы что-то найти не можете, находите группу ВКонтакте или же форум в интернете, от Linux или база Alt, заходите и просто насилуете мозг сообществу, спрашиваете, где какой-то пакет найти, как что установить, как что настроить, в принципе, должны помочь. Софтом мы разобрались. Все просто. Вот надо вам Firefox установить. В поиске пишите Firefox. Тут целых две программы. Красивый маркет и есть Synaptic. Вот, например, нашли Firefox, есть ESR-версия, есть обычная версия, которая посвежее. Нажимаете «Установить» и установили. Естественно, система вас попросит пароль root, который вы вводили в процессе инсталляции системы. Как установить Linux? Блин, роликов таких немерено. Тем более, я уже снимал 1000 раз. Сколько надо оперативной памяти? Хватит гигабайта, а лучше всего 2. Вот здесь я выделил 2 гига. Будет показываться 1.9 гиб. Все нормально, так и должно быть. Нагрузка на центральный процессор. Но все зависит от того, какой у вас процессор. Если совсем уже какое-то древнее говно, типа 4-го пенька, конечно, туда лучше LXDE ставить. А если какой-нибудь Карадуба или же X2, там, годика 2007, в принципе, XFSE должно нормально крутиться. Единственное, что придется подбирать полегче программное обеспечение. Учитывая, что это 64-битная версия, 32-битная версия будет жрать еще меньше. Я думаю, метров 600 оперативной памяти с учетом дискового кэша. И у вас еще останется даже на запуск парочку лишних программ. Я все-таки рекомендую вам использовать Synaptic. Быстрее начнете разбираться, что такое пакеты, что такое репозитории, зависимости. Нажимаете «Искать», вот пишите Firefox и ждете. Ну и тут пакет, который вам нужен. Например, вам нужно установить Firefox ESR 68.
Отмечайте для установки, нажимаете «Применить», «Применить» и «Применить». Пошла установка программы. Заметьте, что за весь ролик я не задействовал ни разу терминал. Ну, кроме того, что показал вам версию ядра. То есть вот такой вот дистрибутив Linux на каком-нибудь дачном корчике или компьютере ваших родителей просто идеально. Например, мой батя на даче использует Ubuntu Linux. Ну а что ему надо? Ему надо только Skype и браузер, и больше ничего. А из-за того, что там очень медленный жесткий диск, семерка как-то очень похабно работает. Долго все дело это запускается. Вот и все, программа установлена. Заходите в меню, нажимаете сеть, вуаля, и Firefox у вас уже на месте. Также у Simple Linux есть отдельная группа, вот такая вот. Тут тоже можно задавать вопросы, очень много скриншотов. Посмотрите, как красиво украшают операционную систему. То есть вы также можете свой дистрибутив украсить. Вот, например, мой скриншот в таком вот ретро-стиле. Или вот такой. Ну вот и все. Небольшой такой ролик. Еще хочу отметить, что в данном дистрибутиве замечательная просто с коробки русификация. Она по умолчанию. Про то, что нормально работает раскладка, я уже говорил. Почему я это подчеркиваю? Потому что в других дистрибутивах не всегда полностью нормально все это дело русифицируется. Не сразу работает с коробки раскладка русская. И это для вас может создать какие-то трудности. А нахрена вам это все дело нужно, правильно? Трудности вам не нужны. Вам просто нужна операционная система для вас. Вашего старого ПК. Ну что ж, я на этом заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание. Народ, я вас заберу еще одну минутку. Вы помните сервер DuduCraft? Так вот, мы обновили сервер с версии 1.12.2 до версии 1.14.4. Также можно заходить со свежей версии 1.15. На сервере у нас два мира. Креативный и выживание. Огромное количество различных строений. Средневековые строения. Советские микрорайоны. Постоянные битвы с бандитами. Ну и как всегда максимальная сложность. Я лично там постоянно играю, приходите вместе поиграем. Сервер некоммерческий, все донаты, которые идут на сервер, оплачивают хостинг. Для того, чтобы попасть на сервер, вы должны зайти к нам в Discord и получить роль игрока. Ссылка на Discord в описании. А теперь точно пока.